Челябинца, который застрелил хаски на глазах хозяйки, оставили на свободе. Арестовывать мужчину не стали. Об этом сообщили в ГУМВД России по Челябинской области. Напомним, мужчине грозит срок по статье «Жестокое обращение с животными». Дело возбудили после происшествия на карьере по улице Бейвеля. Челябинец застрелил хаски на глазах у владелицы. Как позже рассказал сам подозреваемый, сделал это из-за того, что собака передавила гусей, которых разводили рабочие карьера. Хозяйка собаки и подумать не могла, что эта прогулка для пса по кличке Арчи станет последней. Член нашей семьи, у меня очень страдает дочь. Собака чувствовала нас в плане эмоций. После убийства питомца девушки вызвали полицейских, но ко всему и сами стали искать стрелка. Его нашли на одной из ферм. Зачем ты убил собаку? Не будем убирать. Не ври, она на тебя не кинулась. Она только не ври. И вот, кроме уголовного дела, мужчина также попал под две административных статьи. За ношение оружия и стрельбу в неположенном для этого месте. Но отправлять его за решетку не стали. Мужчину обязали являться в отдел полиции для дальнейшего ведения следствия.